Так, как же мне реально разозлить этих козлов, а? Ну, поехали опять на автомагистраль. У меня там намного больший шанс, скажем так, встретить еще других автомобилей. Ну что ж ты так хуёво преследуешь, дятел? Очнись, сука! Я здесь, придурок! Вот куда он поехал? Я здесь! И шаг! Давайте, давайте, давайте подкрепление, ребятки. Я этого и жду. Вот, ну наконец-то. Вот какие там усорядки появились. Бам. Так, родной. Сейчас будут шипы. Надо быть очень аккуратным. Давай. Как в той песне. Помоги мне. Помоги мне. Я не вижу его. Попробуй найти. Все нормально. Я засек его. Он здесь. Да-да. Преследуемым подтверждаем. Так, проскочили мы это самое. Проскочили мы переграду. Так, 54 тысячи я пока заработал. Не очень много, к сожалению. О, Васечка. Бам. Нашли. Так, отлично, поехали дальше. Так, одно задание я выполнил, если чё. Но лучше еще одно выполнить. Чтоб уже наверняка. Внимание, мы перекрыли дорогу.
Так, 8 минут, да? Пап. На, сука! Вижу объект, начинаю бажаю. Чё-то пока никого. Всё, новенькая машина была. Код 6 ушёл, приём. Отбой, мы его нашли. Повторяю, нашли. Вот и наш код 6. Хорошо, что нашли. Молодцы. Ай, молодцы. Куда ж ты поехал, дурачок? Что-то никого особо нет. Проверьте мой квадрат. Да тут я. Никуда я не ушел, дурачок ты. Я с вами играюсь, блин, придурки. Он не думает останавливаться. Уже б давно свалил. Захотел. Поедем назад. Отлично. Вижу несколько экипажей неподалеку от нашего объекта. Внимание, сейчас все увидите. Чё-то пока никого нет. А вот. Всё-таки есть. Бам! Еще одна тачка минусом пошла. Да, конечно, дальше. Что вы хотели? Слишком медленно тоже нельзя. Видите, они тормозят и блокируют. Что это было, я так и не понял. Ситуация хреновая. Текущую ситуацию. У меня только 200 тысяч, а должно быть 600. Так что ситуация хреновая. Хуёбочку. Пошёл ты. Где они там поставили шипы? Чё-то я так и не понял. Так, неужели я, не выполнив второе задание? Да быть того не... быть такого не может. Диспетчер, задерживай 10.32, но не наш код 6. Сейчас привезем. Где менты, а? Ну хоть один нарисуйся, по-братски. Писец. Обидно, слушайте, обидно, а? 15 секунд, 15 блядских секунд для второго задания.
и хер там плавал. Хоть один блядский мент, ну где ты? Да. Обидно. Такая погоня была шикарная. Раз, два, три, четыре, да. Одно задание. Одно блядское задание, я его не могу выполнить. Натис! Меня только что врезали, преследую нарушителя. Да, выполняйте. Так. Все. Новенькая машина была. Была, была. Ну и походу... Он ушел, надеюсь, попадет на оцеплению. Походу все. Ага, вот он, код 3. А, нет. Вот уже пятнашка у меня. Повторяю, он не остановится. Необходимо применить силу. Не остановлюсь. Па. Вас вижу, догоняю. Так, одна минута. О, уже 60 штук уже заработал. Так, вот так вот с краешка проезжать. Ну где? Ну кто-нибудь. Уже 150. Да. Это я сделал специально, естественно. Естественно, специально. Так, 185 уже. Два 35 всего на всего. Пробельники. Нормуль. 320, ребят, от души. Даже чтоб очки сохранить, можно будет потом, если что, кличку с нашу смотаться. Я надеюсь, у меня это получится. Ёпка, у тебя тихо. Нельзя останавливаться, иначе будет жопа. В коробку закроют, и все тогда. И нихера я не сделаю, ребят. Бам! Ушла. Конечно, мимо вас, а чё нет-то? Бам! Идем 510, ребят, от души. Я сам охренел, когда так быстро набрал очки. 535, сейчас 600, и можно сваливать. Нахер. Главное свалить, ребят. Если я не свалю, это будет пиздец как обидно, извините за выражение.
560. Есть, 610. Все, валим. Ребятки, валим, валим, валим нахер. Так, ладно, придется объехать эту херню. Слушайте, за малым. За малым на шипы не нарвался. Теперь надо очень аккуратно, ребят. Писец как аккуратно. Ювелирно. Практически ювелирно надо действовать. Так, съезжаем с автострады. А вот теперь включаем GPS-маячок. Понеслась. Проверка связи. Доложите обстановку. Тихо! О, блядь. GPS connection lost. Чуть-чуть сбавить хвостик, а то что-то их дохерища. Что-то их реально дохерища. Не-н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 е
Повреждения минимальные. Объект уходит. Ой, блядь. Пиздец, за малым. Фу, за малым. Блядь, да ну где эта хуйня? Ага, вот она уже рядом. За малым на шипы не нарвался. 1,5 ляма очков. Вы верите в это? Пошли на. Есть. Внимание. Прежде чем скрыться, нарушитель двигался на запад. Погастинг. Да ладно. Неужели у меня 1500, сука, очков розыска? Это 2-4. Мы к югу от вас. Приближаемся. Группе Дельта, внимание. Но 8 минут я не заработал. Удивительно, ребят. Все ко мне. Давай, давай. Во, все туда. Все туда, ребятки. Вот именно туда, придурки вонючие. Попробуй найти. Ага, вот он. Не могут ничего со мной делать. Только ждать, ребят. Мне только ждать. И надеяться на лучшее. 1600 у меня. Они сейчас угомонятся, ребят. Они должны угомониться. Обязаны. Ума у них не хватит меня здесь взять. Сколько раз я здесь убегал, и сейчас убегу. Честно. Внимание. Поступила информация, что код 6 следовал на запад по Гастингс-роуд. Принято решение оцепить район.
Уточните координаты точки. Отцепите, отцепите. Район. Отцепите. Это Славик 3. Стоим в 10.43 между вами и указанным квадратом. Ждем указаний. Диспетчер, это Сьерра-1. Здесь никаких следов. Перемещаемся на восток. Конечно, никаких. А как вы хотели? Откуда? Ждем, ждем, ждем. Терпеливо ждем, ребятки. Сейчас все будет. Сейчас все будет просто охеренно. Просто охеренно. Давай, 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 давай. Удивительно, заработал 600, и пока ехал до места нычки, еще 1 000 000, блядь, заработал. Офигеть, сначала 600 тысяч, потом еще лям сверху. О да, бэби, о да, вот это эпик, вууу! Ништяк, просто ништяк. Слушайте, ну такого у меня еще не было. Вот это кайф. Да. Мне кажется, ребят, я и на следующего дурачка заработал очков розыска. Честно. Так, ну что, теперь насчет гонок. Давайте сразу дрек пройдем, чтобы он нам кэш реворд 4.5. Ребят, я даже проходить его не буду, он мне нахер не всрался. Нахер не всрался, вот честно. Я его просто, я на него болт забью и все. На вот этот дрек. А сейчас пройду камеры. Дрек этот. Ну он мне не впился вообще, реально. После этого красавчика я возьму Porsche. Lamborghini пока продавать не буду. Пусть будет. До коллекции. Пошли нахер, уроды. Так, опять ментёр. Да что ж такое, а? Достали. Похоже, сами они не сдадутся. Так, начинаем погоню. Код 3, код 3. Начинаем. Так. Мусоренок, уйди нахер. Вообще сейчас не до тебя. Так, а я с хорошим отрывом иду, я вам хочу сказать, ребят. С очень хорошим отрывом. С шикарным отрывом.
248. Тоже неплохо. Что-то наши красавчики вообще в заднице. А, блядь. Только ментятки здесь. И больше никого. Бывает. Так, по внешней траектории поехали. Ну, не страшно, ладно. Пусть будет так. Наши пацаны что-то вообще грустные едут. Черти где. С ментами связываться особо не хотят. Я так понял. Так, а мы, в принципе... Хочу сказать... Рядышком. Взять. Возьмите меня, ребятки. Мне его не объехать. Слишком быстро все. Слишком быстро для тебя, Вася. Ну, бывает. Сейчас мы от них уйдем. Нифиг делать, сейчас обойдем. Ох ты! Текс. Ну что, теперь ждем, как обычно. Вот еще одно задание, кстати, выполню. Уже 245 штук у меня. Так бы сразу. Перед тем, как скрыться, нарушитель ехал на запад по Риверсайд-драйв. Выставляем... Так, вертолетик свалил. Ждите подробностей. Теперь главное просто-напросто дождаться, когда кулдаун наберет 100%. Диспетчер, у нас похожая машина. Ждите. У этого все чисто. Отпускаем. Да ёлки-палки. Откуда ты взялся? Правильно, ребятки, разъезжаемся. Вас наебали. Меня достали, а да угомонитесь вы уже. Просто угомонитесь. По Риверсайд Драйв. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Ждите дальнейших указаний. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Диспетчер, это 2-4. Со мной двое. Будем в квадрате через 3 минуты. Да ну давай. 3. Нашли свидетеля. Новая информация на экране.
Так, ну давай, 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 давай. Господи, как же долго вся эта херня происходит, а? Так, ну вроде все. Еще 320 сверху. Так, что следующее? Следующая камера. Если каждый раз будут так менты, блин, они меня достанут. Они меня реально достанут. Так, где там у нас первая камера? Так, ребятки, сейчас я вам устрою райскую жизнь. Блядская дерьмо. По-другому не сказать. Так, давай, 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 родной, лети, лети, лети. Отрыв на 100 км, ребят, по скорости, по камерам. Это хорошо. Вай, 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 ага. Все хорошо. Все ништяк. Да елки-палки, блядь. Так, то, что он меня обогнал, это плохо. Он так может выиграть. По времени оно же отнимается, когда он к финишу первым приходит. Ёлки-палки, блядь, да что ж такое? Ну, блядь! Трафик, сука, как час пик какой-то. Что ж происходит, а? Да. Обидно.
Но-но-но-но-но-но-но-но, все-таки я выиграл. Что-то в последнее время наши ребята слишком часто попадаются. Только тебе все время везет. К чему бы это? Да, еще скажите, что я коп. Ребятки. Я нычку знаю хорошую. Если бы вы, придурки, ее знали тоже, то вы бы тоже, может, не попадались бы. Так, сколько мне надо всего проехать? 8 гонок. Ну, гонки я все пройду, кроме вот этого вот дрэга. Нахер бы он мне всрался. Так, что, на выбывание давайте. Ща пробанем. Так. Здесь чисто летим вперед, ребятки. Гонка на выбывание. Последний. Да ну нахер. Что-то решать. Решил, блядь. Заново. Нахуй. Сразу, блядь. Это херня полная была сейчас. Полная лажа, я бы так сказал. Да, ребята, ту игрушку пройти дорого будет стоить. Я чувствую так. Ну, без читов, естественно. Естественно, без читов. И я это сделаю. Сейчас все будет. Надеюсь, блядь. Ой, бля, ну что это? Ну... Пиздец. А ведь три круга, ребята, обратите внимание. Целых три круга. Да что ж вы такие все, блядь, шустрые, а? Это вам, ребят, не Dark Souls. Это Most Wanted 2005 года. Игра вещь, игра бомба. Так, пока неплохо едем.
Да, что-то они чересчур шустрые. Неплохо. Вот на этом промежутке, значит, я его обгоняю. Вот это желтенький, я помню, он мне крови много попортил в свое время. А вот эту гонку я, наверное, буду много раз перепроходить, ребят. Я так чувствую. Один Вася выбыл. Едем дальше, как говорится. Второй застрял где-то, не знаю. Где, но застрял. Вот этот желтый, я как-то пытался уже его выиграть. Естественно, выиграл. Гонки на выбывание. Но в этот раз он чересчур почему-то настырный, зараза. Посмотрите на него, блядь. Ёперный балет, сука. Во, идеальная траектория. Что-то я сразу не сообразил. Значит, так и будем ездить. Иначе никак. Ай-яй-яй-яй-яй! Блять, ну вроде ж все хорошо было, а? Так. Интересно, догоню я его или нет? Если так по-честному. Ну, по-честному должен. Обязан, я бы сказал. Сука! Я не могу элементарно, блядь, в поворот вписаться, а? Тикс. Урод вонючий, блядь. Да. Вот это я дал, ребят. Только чудо меня сейчас спасет. И это чудо произошло. Этот придурок тупанул. Походу. Вау! Чудо для него произошло, пиздец. Вот это, блядь, полный кобздец. Реально, ребят. Обидно, сука, ну обидно. Может быть, арку надо было применить? Наверное. Теперь еще 3 круга ехать. Но зато я выучу эту блядскую трассу. Мне ее придется выучить, ребят. Теперь, ребят, наверное, через гонку придется реально так заучивать эти самые треки,
чтобы проходить. Это просто охереть можно. А заучивать придется очень много. Пока неплохо иду, допустим, как говорится, да? Так, глубинная нычка. Любимая нычка, привет. Так, вот здесь вот. Ну, блядь, давай! Ёперный... Ну, так бы на последнем круге, конечно. Уйди нахер, такси блядское. Шикарнейшую, я бы сказал. Великолепную просто. Ну вот как в такое можно играть 30 FPS? Ну как? Это пиздец. Не представляю даже. Только 60. Только 60 FPS. Держимся, ребята, держимся неплохо. Так, аккуратно. Уйди нахуй, блядь, грузовик сраный. Только второй круг, нормально. Впереди еще третий. Ну что, ребят, теперь смотрим в оба.
теперь реально. Смотрим в оба, сука! Бесят вот такие твари. Блять, в этот раз не сократил путь. Херово. Минус балл у меня. Так, внимание. Такая херня. Слушайте, да я еще и нормально иду. Там вас бил. Этот лошара вообще в жопе. Есть. От души. Реально от души. Фух. С каждой гонкой теперь, ребят, под конец игры столько сил отнимает. Столько, блядь, нервов. Охереть. Неожиданно, конечно, реально под конец игры такую херню иметь. Ну что, еще одна гонка на выбывание. Погнали, ребят. Блять, они все сокращать, блять, научились. Ушлые ребятки. Неплохо. Красное дерьмо мне это помешало повернуть. Бывает. Красавчик. И я красавчик. Все красавчики. Слушайте, трафика, по-моему, реально больше стало. Как мне кажется. Первый круг. Пришел первым, уже о многом говорить, ребят.
Настырные какие, а? Походу влетели. И я влетел немножко. Ну, бывает, бывает. Чё ж поделать? Так, удивительно, конечно, но я немножко оторвался от них. Причем очень, ни хера себе, тут дирижабли летают. Я, по-моему, первый раз в НФС-ке, в Most Wanted, в небе вижу дирижабль. Честно, ребят, я никогда, вот отвечаю, сколько лет, я никогда не обращал на это внимания. Сейчас пролетел, сука, в небе дирижабль. Откуда он здесь, блядь? Скажите мне, пожалуйста. Блять, надо было через заправку ехать. Ну, ой, через заправку, через парковку. Ну ладно. Слушайте, да мы неплохо идем, я вам хочу сказать. Мы очень неплохо идем. Застрял он, пацан, посмотрите, посмотрите на него! Что ты стал, родной? Что случилось с тобой вообще? Что приключилось, дурачок? Ай, блядь! Вот, наверное, то же самое, что и со мной сейчас. Вот я дебил, а? Так лохануться жестко. Да он догоняет меня еще и конкретно. Сейчас еще... Подождите, я допиздюсь, он меня еще и обгонит. Ну, я надеюсь, этого не произойдет все-таки последний круг я поехал через парковку. За с огромным отрывом, ребят. С огромнейшим просто. О, Мия, девочка моя, давай. Привет. Я знаю, что тебе говорил Рейзер. Не ведись на него. Ты лучший, ты крутой, ты всех побьешь. А Рейзер просто трепло. Катайся, не сходи с трассы. А я займусь остальными. И им тоже. Да не боись, девочка, все будет хорошо. Так, ну что у меня там по гоночкам-то? Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Два спринтика у меня тут еще нарисовалось. Ну давайте один пройдем. Так. До босса осталось всего ничего, ребят. И Порш берем сразу, сходу. Я бы сказал, с лету даже. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда ты лезешь, козлина вонючая? Так, еще один. Бывает, бывает, чё ж делать. Это такая домашняя заготовочка. Thank you.
Ой, блядь, олень ты, сука! Но они тоже влетают, ребят, они тоже попадают. На самом-то деле. Так, в хорошем я отрыве, ребятки. Очень даже. В неплохом, если бы только не этот блядский, сука. С прицепом, который, короче. То было бы вообще все замечательно. Так. Давай, газуй. Так, ребят, 60%. Позади осталось 40. Да ёлки-палки. Давай. Камон, мадафака, камон. Так, ну вот и финиш, в принципе. Ничего сложного. Абсолютно ничего сложного. Ментя так нет, и слава богу. Так, ну что, второй спринт нон-стопом. Ёлки-палки, а? Так, мои друзья в заднице пока, это хорошо. Пока гонки удается очень даже нормально. Надеюсь, так и будет дальше. А вот это вот печально сейчас все. Два раза я лоханулся. Вот это что, ребят? Вот посмотрите, блядь. Вот это что такое? Это как? Это как назвать, блядь? Вот я еду, сука. Вот это как назвать? Поворот и стенка, то есть тупик. Это разрабы поиздеваться решили? Блять, вот это как назвать, если я вот сюда? Вот реально. Ладно, хорошо, ребят. Окей, я еду вдоль стены. Я думаю, блять, значит проезд должен быть. Вот это что такое вообще? Это... Я вам скажу, что это такое, ребят. Это пиздец. Это полный пиздец. Это просто они решили поиздеваться. Вот так вот, сука, вот так вот они решили просто, блядь, поиздеваться. Другого объяснения, ребят, честно, я не вижу. Это пиздец полный. Охереть можно вообще. Просто охереть, ребят, честно. Охереть и не встать. Называется чисто прикольнуться, реально прикольнуться, блядь. Ёлки-палки, блядь.
Так. Ладно, поехали дальше. Жесть. Вот это была, ребят, реально полная жесть. Вот то, что мы сейчас видели с вами. Вот этот тупичок, я его по-другому даже назвать никак не могу. Это реально жесткий, блядь, тупичок такой. И никуда от него, сука, не денешься. Это что за А как они здесь оказались, блядь? А, я понял. Я понял, как они свернули. Вот сейчас до меня дошло, ребят. Вот сейчас до меня реально, сука, дошло. Ну ладно, я его сейчас все равно обгоню. Все, я понял. Окей. Там же съезд был через парковку блядскую. Другую парковку, ребят. Первый. Отсосянтус, блядь. Так, все это, все отлично, все просто великолепно, все просто превосходно. Так, круговая гонка, погнали.